Я певица, музыкант, автор и композитор многочисленных произведений, и актриса, и продюсер. Сегодня я бы вам хотела представить мой новый проект на лирическую, очень поэтическую тему, которая называется «Есенин». Это моя новая песня, а проект заключается в съемках нового клипа, который должен состояться в июне этого года. Состоится он только благодаря вашей поддержке. Чуть ниже на сайте есть информация о самом проекте, более развернутая. Есть информация обо мне, как об артисте, о моих успехах за последние 15 лет моей музыкальной карьеры. И есть рубрика, где описано, на что будет направлено финансирование. Со своей стороны я предлагаю контрапарти. Что это такое? Давайте чуть-чуть подробнее. Я предлагаю три контрапарти. Первое. При вашем пожертвовании в 5 евро для моего проекта я отправляю вам благодарственное письмо с моей MP3 коллекции музыкальной. Это порядка 55 песен. Все права защищены. И это будет специально для вас с моей подписью. Мне второй контрапартии — это сумма 50 евро. Которую вы жертвуете для проекта, и я вам отправляю MP3 коллекцию, мою MP4 видео коллекцию, и я предлагаю вам приехать в июне на Лазурный берег Франции, в Ниццу, и проучаствовать в съемках этого клипа в качестве массовки, познакомиться с командой лично и внести, так сказать, свою лепту. Если у вас есть бизнес, вам это будет очень интересно, потому что новые знакомства — это совершенно другой мир, мир искусства, мир культуры. Но есть еще третий пункт. Третий пункт — это пожертвование в 500 евро. И помимо моей MP3 коллекции, MP4 коллекции, я предлагаю вам проучаствовать в съемках клипа в качестве актера или актрисы, сыграть роль или силуэт в зависимости от ваших возможности, от вашего желания поработать с режиссером, поработать с командой, со сценаристом, который будет на месте, создать ваш образ и таким образом оставить след в искусстве. Но это еще не все. За 500 евро я лично приеду на ваш праздник. Это может быть день рождения, свадьба или просто домашние посиделки, на которых я исполню свою музыкальную концертную программу специально для вас. Вас, ваших друзей, ваших родных. Вот такое щедрое предложение. Подумайте. Вы не обязательно должны ограничиваться 5 евро, 50 или 500. Вы можете пожертвовать любую сумму, которую вы можете. Я очень рассчитываю на помощь. Я надеюсь, я заинтересовала тех, кто интересуется культурой, искусством. Ведь это наше будущее. Этот клип, этот проект — это посыл культурный для нашего молодого поколения. Настоящая музыка, настоящее искусство — это то, к чему я стремлюсь, и надеюсь, благодаря этому проекту я еще на одну ступеньку поднимусь выше, благодаря вам, вместе с вами. Я очень вас люблю, рассчитываю, и спасибо вам заранее. Давайте любить друг друга и поддерживать. Спасибо. Если у вас есть вопросы, вы можете мне писать напрямую посредством mail или по телефону. До встречи. Пардон, ну прям не останавливай. Можно еще раз? Начни еще раз. Не останавливай. Еще раз. Можно начать? Еще раз начало хочу. Чисто начало. Готово? Да-да-да, у меня готово. Oh,
You.